День открытых дверей в налоговой инспекции – явление не новое. Дни, когда каждый налогоплательщик может прийти в течение дня и задать любой интересующий вопрос, касающийся налогообложения, проходят в налоговой инспекции систематически. Тому, кто в день открытых дверей пришел в налоговый орган, напомнили о том, что окончательный срок уплаты имущественного налога для физических лиц сдвигается с 1 октября на 1 декабря. Меняется и порядок предоставления льгот. Уведомления на уплату налога доставят вам почтой, но только тем, кто не является пользователем личного кабинета налогоплательщика. Налогоплательщика ждут в этом году и другие изменения. Одним из нововведений по уплате имущественных налогов в этом году стало появление сводных налоговых уведомлений. Если раньше налогоплательщики получали информацию от каждой инспекции, на учете в которой состояла их собственность, то теперь в одном уведомлении будут отражены начисления сразу по всем объектам, находящимся на территории Российской Федерации. Изменился также порядок расчета налога и освобождения от его уплаты на имущество физических лиц. Налог на имущество начисляется по инвентаризационной стоимости с коэффициентом 1,147. Если раньше при наличии оснований от налогообложения освобождалось все имущество, то, начиная с 2015 года, пенсионеры, инвалиды и другие льготники – освобождаются от уплаты налога только в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Если вы владеете недвижимостью разных видов, гаражом и жилым домом, например, то имеете право заявить о льготном налогообложении того и другого объекта. С 1 января 2015 года, если гражданин, владеющий жильем, земельным участком, автомобилем, не получал налогового уведомления на данное имущество, он обязан сам проинформировать налоговый орган о наличии такого имущества. В противном случае это будет рассматриваться как уклонение от уплаты налогов с соответствующим наказанием.